Что такое любовь? Этот вопрос задавал абсолютно каждый человек, но абсолютно каждый человек ответит на этот вопрос по-разному. Всю жизнь я была твердо уверена, что любовь – это не коробка шоколадных конфет, купленная по пути на свидание. Это что-то большее, то, чего мне еще не показывала жизнь. Оказывается, все намного проще и одновременно сложнее, потому что нет такого языка на Земле, который способен передать это чувство. Этот вопрос задают маленькие дети, о любви размышляют подростки, уже по-другому, влюбляются сами и мучаются над тем, любовь это или не любовь. Что есть любовь? Ответьте сходу. Желание, радость, смех, печаль. Когда не глядя на погоду, бежим к любимым, будто май или февраль. Любимым счастье мы дарить готовы от души всегда, и искренне благодарим, когда сбывается своя мечта. Пусть будет неприятный день, когда не все так гладко и легко. Пропустим это мы, как тень, и не остановить нас, все будет хорошо. Что есть любовь? Высоких текстов чувства, а может помутнение рассудка. Вопрос извечный, как свет белый, бесконечный. И смысл знать, черта любви и без того сладка. Мы проживаем дни и ночи, секунды, месяцы, года. Кто где, кто в Африке, кто в Сочи. И не зависит от того, кто где живет, где вырос. Все равно. В любви все возрасты покорны. В ней, как на войне, все средства хороши. Но если вам угодно любить кого и быть в ответ любимым, то не молчите и скажите от души о чувствах ваших способом неповторимым. Что есть любовь? Наверное, для каждого свое. Что-то совсем родное. Для них одно, для нас другое. Так что не надо выяснять, значение слов не стоит искать. К чему ж нам знатоками быть? Давайте же просто любить. Любовь выделяется из ряда разных чувств, присущих человеку. Она отличается духовностью, желанием самосовершенствоваться и что-то создавать. Любовь – это счастье. Любовь дает силы и вдохновение. Любовь – это чувство глубокой симпатии. Любовь к детям. Они такие искренние. Для меня нет такой прекрасной картины, как улыбающиеся светлые глаза счастливых детей. Нет такой сладкой музыки, как их чистый звонкий смех. Любовь – это ощущение взаимопонимания, взаимопомощи, взаимной привязанности. Любовь – понятие максимально абстрактное и субъективное. Оно не поддается анализу и имеет оправдание. Это сложная комбинация чувств, вызывающих неподвластные нам эмоции. Любовь – нежность, любовь – страсть, любовь к друзьям и семье. Она гарантирует нам надежность, опеку, спокойствие. Она достойна веры и жертв. Любовь – чувство, не имеющее определения. Не единожды возникали сомнения относительно ее существования. Настолько она многогранна и неординарна. Любовь лишает людей рассудка, вскруживает им голову, ведет к необдуманным поступкам. Зачастую любовь приводит к ссорам, заставляет отказываться от планов, рушит карьеру, ломает жизнь. Существенную роль играет в той эти разницы между любящим и любимым. Не всегда чувства взаимны, не всегда они построены на доверии. Отношения принимают оборот абьюзивных и влекут за собой лишь разочарование. Однако, преодолев переломный момент, проанализировав и, быть может, безболезненно, но перейти на новый этап на пути к самопознанию, отказаться от прошлого и руководствоваться опорой на любовь в первую очередь к себе, то, поднимаясь по социальной лестнице, появится кто-то, кто оценит по достоинству, примет и поймет. Ученые уже давно доказали, что любовь – это не то, что мы себе представляем. Это биохимический процесс в нашей голове. Многие называют это болезнью. Ведь, по сути, ты болеешь человеком. Ты нуждаешься в нем чуть ли не круглосуточно. Так что такого в этой вашей любви?
это обычная потребность или что-то большее?